открывать миру свои таланты и умения, приносить людям радость и хорошее настроение, делиться знаниями и информацией. Казахстанская медиа-академия представляет ежедневные истории о том, как обаятельные и харизматичные становятся медийными. Присоединяйся! Здравствуйте, друзья! С вами Екатерина Черкашина, и вы смотрите программу «Медиа-репортаж» на телеканале «Музлайв». Любой успех зависит только от вас. И сегодня мы познакомим вас с успешной женщиной, которая работает по уникальной методике и ставит голос певцам. Ну что, друзья, отправляемся все с большим удовольствием на мастер-класс Марии Истровой. Сколько голосов мы вчера открыли? 15. 15 за 45 минут. Так было, да? И одна девочка сказала 31, одна сказала, ой, Мария Кирна, 110. Мария Струва – единственный в мире педагог по научной постановке голоса. Она возвращает способность петь, говорить и быть услышанным всего за 4 дня. Мария Струва уже обучила Сати Казанову, Александра Реву, Юлию Плаксину и нашу соотечественницу Данелию Тулешеву. С какими проблемами, с какими трудностями вы сталкивались на пути к своему успеху? Я сталкивалась с тем, что у меня постоянно садился голос. Я практически не могла говорить, у меня были хрипы. Я, если, например, брала какую-то ноту, она у меня там дрожала, падала и так далее. Понимаете? А мне нужно было добиться нужного звука. В конечном счете, я, наверное, года 4 просто объясняла, я не показывала вообще. И когда у кого-то лучше получалось, я говорила, вот пойте, как вот он. Поскольку у меня хоровые коллективы были. И мои хоры всегда пели очень хорошо, и там было много солистов. И, конечно, если сказать просто цифру, но я считаю, что я разрабатывала это где-то 30 лет. Я привожу простой пример. Вот представьте, что вы подошли к двери, и там нет ручки. И вы не можете войти или там открыть дверь. Другой подходит, сунул ручку, открыл. Вот у меня есть ручка. Ра. Ра. Отлично. Ри. Ри. Отлично. Ра. Очень хорошо. Ри. Ра. Да, отлично. Ра. В одном из интервью вы как-то сказали, что именно алматинская публика, да, алматинские наши граждане, им больше и лучше удается быстрее, они начинают петь на ваших занятиях. Вы удивитесь, но каждый город отличается друг от друга. Там на Сахалине одни проблемы, в Хабаровске другие, в Иркутске. Третье. Я слышу, вот как бы на мое ухо, а ухо у меня очень хорошее, то есть я слышу, ну, я по 12 физико-математическим параметрам слышу голос, просто когда вы даже слово говорите. В Алма-Ате первое, какая-то особенная атмосфера по отношению к пению, у меня ощущение, что вообще народ поет. А вы согласитесь, что человека вытаскивает голос, который вообще не поет, и который, ну, все-таки, ну, поет. Это разные вещи. Сейчас ты по своим ощущениям, в процентах, насколько ты лучше поешь? Ну, я не знаю, сколько процентов, просто такое ощущение, как будто голос стал другим, как будто он просто вот так летит и... Свободно. Да, это очень как свободно, а вот по вокалу надо напрягать живот, надо напрягать голос, а тут она сказала, надо петь, то есть не надо напрягать голосовые связки и надо... Когда поешь, выдыхай через нос. You're here, there's nothing I'll feel, and I know that my heart will go on. Певица Людмила Ким из дуэта «Эль» с удовольствием посещает занятия Марии Струве. Педагог заверила нас, что совсем скоро мы услышим оперное исполнение Людмилы Ким, так как совершенству нет предела. Вообще понятие техники у нас пропало. Люди не понимают, что такое техника в вокале. Они путают это со стилями, они путают это с фишками. Я сейчас готовлю, ну, просто описание всех современных фишек и упражнения к ним.
И это будет, понимаете, я считаю, вообще бомба. То же самое я хочу сделать в классическом жанре. И именно попытаться людям донести, что нужно работать над голосом, даже когда ты народный артист. Иначе молодое поколение, которое у меня уже учится, и их много, в каждом городе все больше и больше, они сейчас скоро перепоют всех народных артистов. Гуляй, шальная императрица. Слова забыла? И вся страна, которая... Гуляй, шальная императрица, и вся страна, которой даришь ты, берет с тебя пример. И вот после нескольких упражнений с Марией Струвой я вернулась с уже более звонким голосом. Посмотрим, что из этого получилось. Гуляй, шальная императрица, и вся страна, которой даришь, ты берет с тебя пример. Легко влюбиться, императрица. Что вы можете пожелать своим слушателям, своим клиентам, нашим алматинцам, казахстанцам? Просто верьте и работайте, и получайте удовольствие от своего прекрасного голоса. У всех есть оперные голоса, у всех есть вот эта божественная возможность изливать свою душу хорошим голосом. Ну что ж, друзья, наша программа подходит к своему логическому завершению. Я надеюсь, что знакомство с Марией Струвой было для вас полезным и интересным. Мы сегодня разобрались, в чем же успех ее уникальной программы. Я надеюсь, что всю информацию вы примете к своему вниманию и будете развиваться в разных своих направлениях. А я с вами прощаюсь. С вами была Екатерина Черкашина и программа «Медиа-репортаж» на телеканале «Музлайф». И помните, друзья, любой успех зависит только от вас. Казахстанская медиа-академия. Это учеба для талантливых, симпатичных и харизматичных. Казахстанская медиа-академия – это уроки по технике речи, искусству интервью, ораторскому и актерскому мастерству. Это работа над голосом и стилем, постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. Это настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью. Я Назым Агдильбек, это Казахстанская медиа-академия. Стань медийной личностью.